четвертая стадия онкологии с метастазами во всех костях. Кто-то мне говорит, занимайтесь документами, кто-то мне говорит, оставьте все, не делайте ничего. Третий мне говорят, ищите хоспис, четвертый говорят, ищите место на кладбище. Я не знаю, чем мне в итоге-то в последовательности и в какой заниматься. Слово «паллиативный» я узнал несколько месяцев назад. Слово «хоспис», честно говоря, я узнал тоже пару месяцев назад. Когда не знаешь ответов на такие вопросы, как говорить жене, что она умрет, или не говорить, где умирать, дома или в хосписе, под контролем врачей или в кругу близких, это действительно тяжело. Любовь родных – этого мало. Нужна еще помощь людей, которые знают, как действовать в этой ситуации. У человека возникают эти вопросы среди рабочей недели и в самое неурочное время. Такое бывает, что и суббота, и воскресенье, и вечера перед праздниками, когда резко меняется ситуация состояния самого больного. И вот в этом случае совершенно необходима горячая линия, очень необходима помощь, которая консультационная, в первую очередь, которая на другом конце провода окажет этим людям. Если бы она была уверена в том, что неизбежен конец, то наверняка она бы обратилась в эту горячую линию. Многое бы было сделано по-другому. Возможно, наш горизонт отдалился хотя бы на несколько месяцев, потому что каждый день он очень важен в такой ситуации.